Всем еще раз привет, меня зовут Макс Венс, я играю RB40, тренирую в нашей команде среднюю группу. И сегодня будем разбирать лайв-видео от ученика нашей команды Сергея Блэр. Вот здесь по этому споту много вопросов. Вот этот спот на самом деле интересен в том плане, что, насколько я помню, ты здесь рассуждал что-то типа «бетим, почему мы бетим не сказал», потом «батерн» такой типа «блин, ну ранаут ужасный», при этом ты продолжаешь типа бетить, получаешь пуш и инстачом типа получаешь кол. Здесь, если так рассуждать, типа, что чел очень хорошо зацепился, ты можешь просто типа играть в этот плотный, но ну, типа не вот третюхи. Альтернатива сыграть через чекрейс, в том плане, что фиши зачастую, если они что-то зацепились, то они всегда простают. То есть они там не под контролем свою типа десятку, они очень сильно переигрывают свои руки, они не под контролем типа там свои фдшки. То есть я бы чаще всего против фиша всегда сыграл бы там либо через чекрейс, либо если получить чек, то по терну ставил бы типа там под 80% и парирую типа внедрял бы. Просто не очень хочется типа ставить какую-то мелкую ставку по флопу и потом просто потому, что по факту на самом деле много ранаутов, которые нам не очень-то подходят. Типа там семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама. То есть все вот эти ранауты, они не очень хорошие по факту для нас. Либо они делают equity диапазон оппонента намного сильнее, либо они просто будут экшн-киллером, по которым фиш там не захочет нам отсыпать. То есть я бы чаще всего просто типа там пытался бы фастплеить. Фиши, в принципе, не любят выбрасывать свои руки с equity, а здесь много рук типа там через фдшки, либо двусторонки, либо пара плюс дополнительные equity, типа там гэдшот, либо двусторонка. Все эти руки, он чаще всего как раз будет играть бэткол, и ты, в принципе, упрощаешь для себя игру. То есть я бы в этом споте намного чаще сыграл бы через чекрейс. Если ты хочешь ставить флоп, то, скорее всего, против фиша ты хочешь просто играть типа бэтплот, ну и пуш-терн, типа, и все. То есть не нужно там придумывать и загонять себя в какие-то более сложные ситуации. Чел показал пятерки, я думаю, ну, если там пятерки, наверное, типа, это окей, типа, да. То есть достаточно сложно как-то анализировать вот такие споты с такими челами. Но, опять же, все, что мы обсуждали на флопе, я думаю, будет более уместно. Спот с тут-стрит и на баттоне. Ты полимпил. То есть у меня интересует здесь, почему тебе лимп больше нравится, нежели рейс или, там, не знаю, пуш, там, 24 блайнда. То есть какая идея? Ты хотел лимпушить? Да, ты здесь типа инста за лимп колил, и мне это показалось достаточно странно. Я не уверен, что особенно, ну, типа, в таких лайнапах ты прям хорошо будешь стоять против пуша 25 блайндов. То есть, если у тебя есть инфа, что там челы вот могут показать, типа, дама 3О, да, какую-то дичь, который там, допустим, рефти можешь запушить, потому что ты по факту, типа, там капнул, бла-бла-бла и так далее. Да, там не будет сильных, типа, там, по десяток плюс, допустим, или там девяток плюс, но там всегда будут, типа, там, восьмерки-семерки минус, тузы сильнее, и руки, против которых ты плюс-минус окей едешь, это, типа, там, какие-то, ну, не знаю, там, бродвеи, да, если они там будут. То есть на 25 богов в такой ситуации я бы прям, наверное, не особо хотел бы ехать с учетом поля и так далее. Я чаще играл бы просто либо от рейза, но если ты лимпишь, то я бы лимпил сидеть, типа просто там лимп-полить его изолейт и играть по слоп, но либо там лимп-пушить, допустим, да, но не лимп-полить. То есть можно было бы за лимп-пушить, допустим, но лимп-полить мне не очень нравится. То есть лимп-пуш мне намного больше нравится. Потребитель здесь поставил третягу, то есть это больше такой типа, более тонкий момент. Я записал, почему сайз треть. Ты ведь можешь в этих спотах намного чаще использовать типа сайз 25%. Я думаю, что фолдек у тебя особо не будет большой разницы между 25 и 30%, но при этом, когда ты используешь сайз 25%, у тебя еще остается пространство для дешевого блефа по терну. Тебе по терну тоже зачастую не нужно типа, будет блефовать большими сайзами, то
есть ты можешь поставить 25% лот, 3 тяга поставить по черну и повыбивать тусхай у твоего опа и, возможно, частично какие-то кармашки. Просто потому, что это, в принципе, выглядит на самом деле даже более стрёмно. То есть, когда ты используешь мелкие сайзы, особенно это используется в спайпе. То есть, у тебя борт, по факту, который не особо сильно нуждается в протекте с твоими value. Соответственно, ты здесь свое value, типа оверпары, хочешь проставлять типа, мелким сайзом. И если ты используешь здесь мелкий сайз с оверпарами, соответственно, ты с руками с ними из блев диапазона точно так же хочешь использовать мелкий сайз. Это дает тебе дешевле блефы и дает тебе дешевле возможность реализовать свои эквити. То есть поставить какие-то 25%, нахитать дальше своего короля валет и отвалибетить его дальше против более широкого диапазона оппонента. Ты поопнил, тебя чел белорус на батл потребетил. Вот такие моменты всегда я бы, особенно там против СНГ-шных игроков, я бы тоже всегда чаще запушил бы, мне кажется, он прям здесь окей будет прорезать с учетом опа, и чел явно не какой-то типа там нет, да, то есть увидел там чел 320 кадин, я думаю, у такого всегда будет достаточно фолдов. Это первый вопрос был, который меня интересовал. Второй вопрос, ты решил сыграть кол, и по флопу ты инста-чекнул. Это на самом деле, в принципе, достаточно большая ошибка, мне кажется, просто потому что борт, который очень сильно подошел твоему диапазону защиты против трибета. То есть у тебя много есть, типа там, рук пара плюс гадшоты, пара двухсторонка и так далее. Первый момент того, что как он играет свое вэлли, типа тузвалет, дам и плюс. Когда ты, допустим, играешь чек, и он будет бетить, ты эту руку тоже чаще всего хочешь фастплеить, просто чтобы не было экшн-киллера, и он с этими руками не отскакивает. Но когда, допустим, он играет через бет и получает рейс в этот борд, ты понимаешь, что даже у него типа там с оверпарами по этому борду у тебя не особо-то радостный типа скрипится нос выставления. Плюс у опа есть руки типа туз-дама, туз-король, которые, ну, типа, я уверен, что процентов 80 не будут бетить этот борт, потому что они слишком много эквити, чтобы бетить. То есть они не хотят бетить и получать какие-то рейзы, они спокойно их отчекбихают, типа, поколят терн, реализуют свою эквити полностью. Именно этого мы не хотим, в принципе, увидеть. То есть здесь два момента, которые... У тебя есть руки, которые спокойно поколят твой дон, те же туз-дама, туз-король против бета-третьи. Второй момент, что чел намного более охотно сам зафастплеит свои, типа, тузварет плюс, дамы плюс против твоего донка. Вот это будет для него как раз с криком заноси, когда ты подончил. Они намного чаще всегда фастплеят все эти руки против таких бордов. То есть ты поставил, чел порезил, ты поехал, чел спокойно поколил. Либо, опять же, ты подонкал, поставил, получил колы от рук, которые спокойно могли бы сыграть чекбих и реализовать свои... Так, хорошо, в линии мы поставили, получили рейс. Мы что делаем? Ну, пихаем, конечно же, что какой другой исход. Мы ведь хотим зафастплеить свою руку на флагмане. Я понимаю, но я просто не могу представить себе руку, какую я из блефенджа добавил. Ставлю в линию донт пуша. Неважно, какой рукой ты будешь это балансить, важно то, что чел всегда придумает тебе кучу рук слабее, которые ты сможешь типа так сыграть, понимаешь? Здесь основной момент в том, что мы не даем реализовываться рукам типа туз-дама, туз-король, дама-король, у которых есть достаточно много эквити, они своим чекбихом просто спокойно нахитают свои ранауты и ушатают нашу сильную руку. То есть это первый важный, это основной важный момент. Я бы, в принципе, не заморачивался бы в этих спотах с блефами. Я всегда эти споты играю максимально прямолинейно. Ну, он выглядит типа сильно, да, но это опять же типа... как сказать, споты, в которых ты в одной линии смотришь реакцию оппонента как такого слабого игрока, типа, что он там побетит туз-даму, туз-король, а в втором лайнапе, когда ты играешь через чек-рейс, ты такой, ну, не, выглядит сильно, типа, что там начнет фолдить. То есть ты относишься в двух разных лайнапах к оппонентам, как будто ты играешь два разных лайнапа против двух разных оппонентов. То есть это ведь совсем не так. Если чел туда будет бетить, типа там туз-дама, туз-король, то он даже ни на одну минуту не задумается о фолде там с каким-то своим 9-10. Он увидит просто двухсторонку, увидит пару и такой, ну все, поналится. Он поопенил, ты потребатель его 4x-ом. И здесь у тебя, я записал у тебя вопрос, что ты сказал, типа, здесь хочу сразу, типа, увеличенным играть. Я не помню, каким ты сыграл, но ты здесь сказал, что хочу сразу играть увеличенным. Опять же, какая идея увеличенного сайзинга, тоже объясни.
такие борды, в целом ни одна карманка не фолдит, еще даже на большой сайз не фолдит ни один гадшот. Ну, гадшотов там нет, там скорее USD-шки, если есть какие-то 8-7. И в целом все. Собирать вэлью, пока доска не испортилась, пока можем. Какой момент я еще хотел проговорить, в том плане, что у нас дипы по 70 блайндов. И ты говоришь, хочу типа пристраивать стэк, пока борт не испортился. Если считать, что это что это не пассивный фиш, что это типа более агрессивный фиш, и если бы я считал, что там, допустим, у него он чаще всего будет бетить нашу ставку, а я считаю, что в такие борды намного чаще будет бетить, я бы этот спот мог бы сыграть через чекрейс, опять же, за фастплейт, и сыграть через чекрейс и пуш терну. Я не хотел бы давать реализовывать оппоненту 3 улицы. Просто, допустим, если даже мы здесь ставим 14, получаем пол, там получается спот 48, у нас 60. Вот если ты по терну будешь пушить, это был бы тоже окей страты. То есть здесь основной момент в том, что в таких глубоких стэксайзах, если мы считаем, что у нашего оппонента недостаточно компетенции, чтобы выбрасывать руки сильнее против такой линии, он будет намного шире тащить, то мы хотим всегда запускать эту руку и не давать ему реализовывать equity против нашего диапазона. Если же мы играем против рега, то я бы чаще эту руку, в принципе, выводил бы, наверное, там, в чекол-чекол, просто потому что у нас трех банок value не особо много, не особо часто будем собирать. Это в основном против типа оверпар слабее, да, типа там десятки, валеты какие-то и так далее. Но против этих рук, я думаю, мы намного чаще собираем типа через чекол-чекол. С королями точно такой же value собираем, но линия через чекол мне намного больше нравится, когда у нас король из треф. Без короля треф я бы чаще почекрейзил бы, просто потому что когда у нас нет короля треф, у оппонента будет больше фдшек, против которых мы хотим защищаться и против которых мы не хотим давать реализацию эквити. А с королем трефом я мог бы сыграть, допустим, через чекол-чекол таких стэксайзов. Если ты считаешь, что он типа там кол с десятками, кол с восьмерками, семерками и по риверу заколет, то окей. Но я просто считаю, что такие борды там против плотных сайзингов, вот это как раз тот спот, в котором даже фиши будут эластично реагировать. Но это опять же вопрос к лимиту, не знаю. Но мне кажется, что даже у вас на D15 фиши в 3-бет потах против сайзов типа будут достаточно прямолинейно реагировать. То есть я просто думаю, что ты здесь поставил и достаточно много фолдов получил с этими королями. Тащите. Спасибо. Всем удачи.